Так, мужики, вначале ко мне. Я вам покажу Москву в лучшем виде. Дождались? Тендер! Наш СССР навсегда. Верка! Познакомься, это мои лучшие друзья. Самвел, Рома, Семен. Спасибо. Я, конечно, люблю молодежь, но превратили наш дом в какой-то самодеятельный клуб. Мама, он друг Сережи. Мам, я его люблю. Ты кто такой? Мальчишка из далекого горного села. Я художник. Какой должна быть настоящая комсомольская организация? И если нужны перемены, пожалуйста, дайте дорогу перемен. Проверка документов. Почему в рабочее время не на рабочем месте? Погорельцева Вера Ивановна. Оформляйте. Надо поговорить. Товарищ Погорельцев досрочно освобождается от скромной, но номенклатурной должности. Получили сигнал, что тут где-то спекулянт барыжит. Ты архипелаг читал? В райкоме все читали. И архипелаг, и в круге первом. Это ваше? Что ты мне прикажешь делать? Валить свой Израиль? Ну, книжками-то ты торгуешь. Ты из меня торговец такой же, как и иммигрант. И что ты мне за него дашь? Негодный я еврей. Когда я досчитаю до 10, ты заснешь. Ты хочешь меня. Ты правда сказал, что можешь лечить рак и СПИД? Она просто в шоке. Воткнул тебе иголку в рукав. Посмотришь на вас, надеешься, думаешь... Вот они, наследники. Что с вами со всеми будет? Сила толчков в эпицентре составила... Наша жизнь, она же обыкновенная. Мне ничего не происходит. А я хочу, чтобы страсти кипели, чтобы было ярко, сильно, весело. Из нас все ее хотели, кроме вон Самвела. Чего ты сказал? Ты чего? Да ты хотел, что мы идем? Кто-то умер? СССР умер. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Ура!